Всем привет, друзья, с вами Неломоб и его верный друг и товарищ Овечка по имени Цезарь. И мы сегодня играем в Roblox, а именно карту Ассасин. Мы сегодня будем драться на ножах и, скорее всего, будем побеждать. Посмотрим, что это за карта. Честно говоря, признаюсь сразу, я ее запустил первый раз. И сейчас глянем, что здесь. Что здесь? Видимо, здесь можно получать какие-то... Ой, я могу уже рубить. О, я с мечом, посторонись. Кто ты такой? Почему у меня... Что я не могу двигаться? Я застрял, что ли? Убираем меч. Ага, когда я без меча, я могу бегать немного быстрее. Так, пойдемте посмотрим. Когда я вышел за территорию нашего городка, тут начинается уже бой. Вот меня только что рандом спаун выберем. Пускай меня в непонятном месте меня заспаун. О, ого, то есть чем ты сильнее, тем у тебя больше меч, что ли? Гляньте, какие у них мечи огромные. Нереально большие мечи. Как с ними драться? Как? Так, когда я беру меч, я могу стоять только на месте. Так, 1, 2, 3, 6... Значит, здесь кто-то был. Сейчас посмотрим, кто-то такие. Не я ли это валяюсь? Давай, шажу. Level up. Я кого-то подрезал? Что это все означает? Ну, я понял. У меня теперь level up. Окей. Этих я резать... Ого, гляньте, как я теперь могу. Жу. А это что такое? Это другой вид, видимо. Это такой вид. Я так буду резать, а это буду так резать. А если так... А фурикеном я могу бросаться. Ух ты, теперь вы у меня потанцуете, теперь меня получите. Ой, кто так быстро на меня залетел, такая ниндзя. Так, спаун еще раз берем. Так, мы по... Ага, то есть я теперь появляюсь когда? То получается я уже без своего оружия. Так, вон там скачет какой-то ниндзя, иди сюда. Сейчас мы тебя накажем. Иди сюда. Кто это такая? Кто это какая-то блондинка? Ну, прости. Ну, давай, почикай ее. Она слишком далеко. Явно ты до нее не достаешь. Идем искать что-нибудь. О, фурикены, например. Чикс. Нельзя их брать. Видимо, когда левел качнешь, тогда и можно. Ух ты, тут какая-то штуковина. Что это такое? Оп. Короче, с меня не очень хорошие ниндзя. Вот это поединок. Мы можем здесь, в принципе, стоять и ждать кого-то. Кого-то ждать, чтобы вышел со мной на поединок. Выйдешь со мной на поединок или нет? По-моему, сыт. Боится. Так, групп number. Вау, групп number. Неужели я могу этих ниндзя вызывать на дуэли? На бой? Так, чинь. Нажимаю, ничего не происходит. Могу пробовать их рубануть. Тоже ничего не происходит. Жух. Мне на самом деле, видимо, очень повезло, когда я там кого-то случайно рубанул. Вот они тут скачут. Сейчас будет бой. Ой, фурикены!
Он меня фурикенами зарубил, но это же совсем не честно, потому как... Я не успеваю к нему подойти, он меня сразу рубит. Это явно нечестно. Нечестно, 100% нечестно. Нужно найти способ, как заполучить фурикены, а потом такие как... таких более, как бы, нубов, что ли, надо потом их сдалека забрасывать своими фурикенами. Так, что, а возможно здесь цель игры не только в том, чтобы драться, а возможно здесь нужно куда-то проникнуть. Например, вот сюда. Смогу ли я зацепиться? По-моему, нет. Оп, нет, она туда не залазит. Я нажимаю много раз на пробел, туда залезть мне не выходит. Или у меня слишком маленький прыжок пока что, либо я что-то просто недопонимаю, как на этот первый столбик, возможно, запрыгнуть. Так, на кусты тоже встать нельзя, на дерево встать нельзя. А могу ли я, допустим, отпрыгивать со стенки? Нет, как ниндзя настоящий. Я хотел пробежаться по стенке, знаете, так, и отпрыгнуть. Видимо, нельзя. А по этим бамбукам... на бамбук могу запрыгнуть, это радует. Так, бамбук, ты меня вообще собираешься выручать или нет? Так, вроде бы получается. Видите, куда я залажу? Сейчас я как залезу, ну вот теперь на этот листочек, по идее. Оп, если я запрыгну сейчас на этот бамбук, я заберусь на секретную площадку. Кто-то. Руби. Где он? Не вижу. Он что, под воду запрыгнул? Наверное. О, вот он. Фурикен меня порезал и убежал. И берем спаун. Мы теперь... Ух ты, какой мечара у него большой. Отстаньте от меня, дайте мне поиграть. Ух ты, кто-то валяется. Жух. Вип-персона была порезана. Жух. Я тут рублю все, рублю. А чё он... Эй, стоп. О, наконец-то я хоть кого-то... сзади меня порезали. Ну, ё-моё. Я только кого-то победил, как меня сразу почикали. Что за ерунда? Чё они такие жесткие все? Как отсюда выбраться? Как тут выжить вообще? Чтобы меня сразу не зарезали. Так, попытаемся убегать от них всех, потому что они намного сильнее меня. Мне нужно просто куда-нибудь убежать от них всех. Никто меня не преследует. Главное убежать, чтобы мы могли изучить карту. Вон там кто-то скачет, ниндзя. Никого не пускает. Какие у него большие прыжки. Видимо, у него большой уже уровень, и он реально уже начинает тут всех нагибать. Короче, начинает всех уничтожать. Какая-то мельница, что-то такое непонятное. Не зацепился, не получилось. Так, мы этим по этим деревяшкам, по идее, мы должны туда наверх запрыгнуть, по идее. Опа. Ой, кто-то меня уже расстреливает. Нет, убегай. Кто у меня? Кто? Ну, откуда? Кто-то меня явно взял только что и застрелял со своих фурикенов. Опа, кто-то тут такой. Жух. Руби, двоих сразу. О, левел А. Вот. О, теперь я могу тоже их так хорошо рубить, как они меня раньше рубили.
А я могу отойти и забросать их звездочками своими. Вот так, как меня раньше забрасывали. Теперь я и так буду их забрасывать. Звездочками. Вот теперь вот так будем играть. Хотя у меня жизней немного, но вот я теперь вам той же монетой отплачу. Вот, например, вот тут он машет мечом. Вот этого порезали. Вау, у меня теперь репутация какая-то даже повышенная. Во-во-во, подбегает ко мне. Звездочками меня забил. Ну что же теперь делать? Спаун, наверное, рандом берем спаун. Какой у меня левел? У меня снова все сбилось. Это обидно, что здесь все сбрасывается. Только ты немного раскачался, так скажем. Только у тебя появилось какое-то оружие, тебе убивают, и начинаешь сначала. Ну что это такое? Это совсем несправедливо, я считаю. Совсем несправедливо. Кто так же считает, кто играл в эту карту, то можете написать, что вы думаете вообще. Может, я что-то не так делаю? Может быть, как-то надо сохранять это все оружие, где-то складывать его? Но пока что, это все очень-очень выглядит нечестно. Нечестно. А я продолжаю лазить по бамбукам. На бамбук за... Опа, что это было? Можно летать? Можно делать двойной прыжок как-то, смотрите-ка. Как это я сделал? Вот как, теперь нашел. Вот, я нашел двойной прыжок. Видели? То есть благодаря этому двойному прыжку мы, в принципе, можем добраться на классные разные новые поверхности. Так, немножко отходим. А как настоящий ассасин можем прыгать. Вот тут мы реально еще не были. А что мне это все дает? Куда это я пришел? Так, мы можем, в принципе, забраться на крышу. Но мне то ничего там, я не вижу никаких там предметов, никаких айтемов. Вот я очень сильно бы хотел на самом деле забраться на этот мостик наверх. Но как? Как туда залезть? Это очень рискованный трюк, если я туда захочу. Так, вот так туда залететь не получается. И вверх он не летит, он летит только... Или летит вверх? Смотрите-ка. Нет, вверх не очень летит он. Больше он летит, наверное, вперед. Вверх не может этот... Опа, почти. Видимо, все-таки нельзя. Какими мы можем способами попробовать туда проникнуть? На это дерево, на этот мостик. Надо подумать, надо посмотреть. Могу ли я, допустим, на это дерево остановиться? Если я могу остановиться на дерево, то, по идее, я могу дальше продвинуться. А ну-ка, на дерево стану. Нет, по-моему, стою. Но как-то не очень устойчиво, но стою. Ничего не вижу. Так, вот, я могу стоять на стволе. На самих листьях стоять нельзя. А на стволе можно, в принципе. Вот так, вот сюда сейчас долетим. Да, долетели, отлично. На дом, скорее всего, я могу попасть. Но мне туда, наверное, не надо. Я хочу наверх очень сильно. Очень сильно хочется наверх попасть. Либо там какой-то сделать секрет, какой-то оружием большим,
или с чем-то таким классненьким, чтобы можно было так добраться. Кто самый настойчивый и хитрый добрался, тот может получить оружие там ценное какое-то. Так тут вообще какая-то темнота. Я не вижу, куда я иду. По-моему, здесь тупик. Так. Ничего не вижу, ничего. F букву нажать. F. Нет, ничего не происходит, когда нажимаю букву F. Я просто зашел в пещеру. В пещеру. В принципе, отсюда, тут можно в пещере, в темноте. Ой, ой, уходим, уходим. Меня обстреливают звездочками. Уходим, уходим. О, я рассыпался. Меня только что уничтожили какие-то самураи. Берем рандом рунспаун, чтобы так будет интересней. На самом деле интересней. Вот, а мы через туннель сейчас пролетим. Прыжок нажмем сейчас в туннеле. Получится. Ну, получается. В принципе, так как-то по количеству, но получается. Так, что мы можем сделать тут еще? Что мы еще не расследовали? Что мы еще не рассмотрели в этой карте? Ну, эти домики, понятно. Интересно, что будет, если я доберусь вон до того самурая с большим мечом? Получится ли у меня отобрать его меч? Но на самом деле здесь карта красиво выполнена только из-за того, что мне нравится, что она реально выполнена в таком японском красивом стиле. Сакура, лампочки, музыка такая спокойная, релаксная. Из этого она мне, в принципе, понравилась. Не знаю, как вам, какое ваше ощущение от этой карты, но мне она из-за этого, собственно, и понравилась. Так, вот такой вот город самурайский. Вон там дядька с мечом стоит, смотрите-ка. По-моему, он застрял. Надо ему помочь. Значит, мы к нему заберемся, попробуем. Залезем к этому дядьке на крышу. Попробуем его вытянуть. Потому что, видимо, он не хочет начинать, типа, заново. Он хочет... Почему тут застрял? Он начинает звездочками в меня бросаться. По-моему, он меня хочет побить, чтобы я его не уничтожил. Но если я его уничтожу, я заберу всю силу его себе. Так что мне нужно каким-то попытаться образом туда все-таки... Опа, тут уже я не один. По его душу пришел. Там кто-то еще, смотрите-ка. Кто там? Так, где он, где он, где он? Надо его выследить. Так, он уже там его, по-моему, лупит сверху. Он сейчас заберет всю его силу себе. Так, вон он там машет вовсю мечом. Ну, до этого момента я тоже доходил. По-моему, он пытается нас всех... Оп, меня сзади обошел. Обошел. Так, берем спаун. Мы сейчас родимся на начале. Вот на начале. Возьмем меч и сейчас начнем сразу тут их всех. Так, подаем в упор. Жух, жух. Но здесь драться нельзя, понятно. О, тут сразу... Почему он появился и у него сразу был уровень? Возможно, он просто задонатил? Или из-за чего? Непонятно. Вот. Пропал. Подходи, подходи. Вот, меня закидали фурикенами. Сверху, что ли? Странная на самом деле карта. Потому что я не... Стор. Что мы можем... Ага, это за рубаксы. Аура. Тоже все за рубаксы. Понятно. Понятно, денежки хотят. Смотрите-ка, здесь тоже, оказывается, почему-то как-то... Можно, что ли, драться?
вам понравился этот ролик. Мы играли карту в Роблоксе под названием Assassin. И, в принципе, наверное, ссылку оставлю в описании на эту карту. Кто захочет ее тоже изучить и поиграть, тот сможет, в принципе, ее найти. С вами был Неломоб и его верный друг и товарищ, овечка по имени Цезарь. Вот она, прощается тоже с вами. Пока-пока.